На самом деле учиться – это сейчас вообще жизненно важная вещь. Вот. Не потому что надо чем-то заниматься, не потому что еще что-то, а потому что нам надо смотреть чуть дальше и понимать, что наше собственное существование в дальнейшем находится предельно в наших руках. Вот. И если мы… Вряд ли кто-то будет сильно заниматься тем, чтобы обеспечивать нашу жизнедеятельность, вот, медицину нам покупать и прочее все хозяйство. Вот, и эти вопросы встанут ребром. Вот, поэтому я хочу, чтобы вы поняли, что когда я говорю про учиться, это очень актуально. Вот, это не то, что вы обычно думаете, когда говорите, а вот сейчас пойду еще чем-нибудь поучусь.